В рамках месячника по борьбе с туберкулезом медики активно занимаются и профилактикой этого серьезного заболевания. По районам республики начал колесить флюорограф. В течение месяца до 24 апреля передвижная установка сделает свои остановки в Новочебоксарске, Лапсарах, Кугесях и Заволжье. В рамках месячника по борьбе с туберкулезом «Белая ромашка» все желающие смогут пройти бесплатное обследование у специалистов. Подробности об адресах и времени приема можно узнать на сайте Республиканского противотуберкулезного диспансера.